Руду с Тамторского редкометального месторождения будут вывозить на переработку через Хотангский морской торговый порт. Новый маршрут компания «Восток Инжиниринг» свяжет Зимник Оленёкского района с Красноярским краем и портом. При этом компания выбрала наиболее короткий путь. Протяженность трассы по территории республики составляет не более 180 километров. Компания уже выполнила оценку возможностей строительства Зимника и подписала соглашение с портом. Оценка же запасов месторождения завершится в следующем году, после «Восток Инжиниринг» предоставит проект добычи в Минприроды Якутии. После технико-экономических расчетов, а также комплексной оценки технических, логистических и экологических рисков, да, всех вариантов, включая полностью, вот, принято решение о том, что Хатанга – это лучший вариант. Мы идем в Хатангу, мы идем на Северный морской путь. Северный морской путь сейчас возобновляет свою функциональность, да, строятся ледоколы атомные. Вот там опять начинается большое движение, Россия осваивает Арктику. Это хорошо, это нормально.